Мы прежде всего хотим выразить поддержку клубу, игрокам прежде всего, и показать всем своим недругам, которые уже который год выкидывают на Кубань тонны грязной информации непроверенной. Мы хотим показать, что мы есть, и Кубань жива именно своими болельщиками. Пока есть болельщики, есть Кубань. Проход как акция поддержки. Мы зайдем на тренировку и покажем игрокам и всему миру, что есть мы. Мы одна большая семья, мы сила. И никому нас не сломить. Сегодня все, кому не безразлична судьба Кубани, все от мала до велика, у кого было хоть чуточку времени, пришли поддержать Кубань в этот непростой момент, когда ее топят со всех сторон, когда ее хотят сгнобить. Но мы, болельщики Кубани, этого не позволим. Я пришла поддержать клуб, так как бессмысленные провокации. Я не верю ничему тому, что говорят сейчас в прессе, не верю тому, что наш клуб способен на такое. Я знаю, что мы можем удержать рейтинг, несмотря ни на что. Я знаю, что фанаты не отвернутся. И я верю в свой клуб. Конечно, неожиданно было. Спасибо ребятам огромное. Было здорово. Пришли в таком огромном количестве. Подбодрили нас. В принципе, у нас все нормально. У нас настроение хорошее, боевое. Готовимся к Томску. Мы здесь еще намного выше стало, поднялось. Приятно. Спасибо им огромное. Супер. А что тебе не нравится? Это очень хорошо. Это настраивает на борьбу, на... Они всегда были рядом с нами и в холод, и в дождь, и в снег. Поэтому когда тяжело. Очень важно, чтобы мы были вместе и когда хорошо, и когда не очень. Спасибо всем, кто присутствовал. На самом деле, как бы мы планировали немножко чуть раньше закончить, но пришлось ждать. Тренировки, да, неумолим, но это и хорошо. Я надеюсь, что это немножко их взбодрит. Я думаю, что теперь они будут думать об игре чуть больше, чем до этого.